Леди Леска, всем привет! Сегодня, друзья, мы с Леской будем записывать такой вот режим в Роблоксе. Я забыла, как это называется, но суть в том, что нам надо, в общем, с Леской пинать мячи, вот эти ворота, развиваться как-то, покупать разные яйца, там, питомцев, открывать подарки, в общем, в принципе, развиваться так, чтобы у нас, как бы, как я поняла, чтобы мы били сильнее и все такое, развивать наш... Этот, надо гол, короче, пинок. Бить, да, ворота, да, по воротам. Вот, мы будем сегодня развиваться и так далее. Но вы, друзья, не забывайте ставить лайки и подписываться на наши каналы. Так, ну, и друзья, не забывайте про секретные телеграм-каналы. Играли ли вы когда-то в футбол? Вот. Да, Нубик. Вот, и, конечно же, наши мерчи, а тоже ты, не забывайте. А как ты пинаешь? Ставь, внизу видишь у тебя hold, получается? А-а. Вот туда нажми. А-а-а. И потом всё. Дело пойдет. Ой, сейчас я скажу. Да. Ну да, все понятно. Пошел процесс, пошел. Надо отсюда пить. Да не получилось вообще. Ну мы слишком слабые с тобой пока, нам надо развиваться. Вот смотри, у тебя там растет вот эти вот монетки. А, кстати, я скажу, подарок заготовлен. Где? Ну подарок наверху уже готов. Уже что ли? Так, Леска, мы же давно зашли. Окей, я думала, не готова просто еще. Леска, моя. Пупсично, пупсично. Так, Леска, я не понимаю вообще, у меня почему-то... Ой, подожди, у меня что-то так подсказалось. Слушай, ох, я что-то надо прямо... прокачивать, как я не вдохнула. Поняла, уровень меча, чтобы можно было сильнее... А, все. Уровень меча, тут много чего прокачивать, по-моему, можно. Скорость можно прокачивать и точность попадания. Леска, можно кое-что сейчас написать? Просто мне до этого... Это когда-то, я не помню... Девочка, что ли, вроде бы моя подружка какая-то написала привет, я сейчас ей отвечу тоже, хорошо? Хорошо, давай, Нубеса, отвечай, я пока проверю, что тут можно прокачать. Я не друзья, знаю. Да, я пока Нубик отвечает, я могу да сказать нет, Леска, тоже, это в общем. Да нет, Леска, это мне займет на самом деле очень много, поэтому я просто напишу. Ну, я просто хотела добавить, что если, друзья, вы тоже окажетесь случайно на сервере вместе с нами во время записи, конечно же, пишите вместе всем приветик писать. Большой. Но это, Леска, это не совсем моя подписчица, это скорее просто с Роблокса подружка, поэтому... Ну, тоже хорошо, Нубеска, это же тоже приятно. Так. А тем временем всё, я пока... Всё, у меня подарок третий заготовлен уже. Просто потому, что мы с Леской долго тут были. О, всё, монетка заработалась, поэтому я могу прокачивать. Нубик, слушай, я... Так, у тебя монетки, да, там что-то заработали? Окей. Так, слушай, это а сила, я получается. Вот... Я хочу прокачивать сначала силу. Потому что сила — это самое важное, в первую очередь. Нубик, а я знаю, что не пойму. Я не пойму, тут питомцев уже нету, да, получается? Питомцев? Подожди, какие-то же яйца есть, самонетки или что это такое? Подожди, сейчас попробую. Вот тоже пытаюсь понять, это вообще есть или нет. А я не знаю на самом деле, что это. Я без понятия. Бека, а вот тут вот, смотри, тут поваленные какие-то ворота, что ли? А вот. Бол. Ой, Нелеска, ну вообще, да, как сильно бью. Получается, слушай, за каждый твой как бы... А, Леска, есть! Где? За 500 монеток. Сейчас я еще раз отвечу, но просто заметила, за чтобы 500? Ее не обижать. Ладно, окей, слушай, за 500 монеток, это же так прилично. Всё, опа. Всё. За 500 монеток, Леска, просто одно яйцо, это очень слишком, мне кажется, много и надо сильно развиться. Я потому что, я лучше буду прокачивать сначала уровень, как это называется, не уровень, а как его? Силу удара? Силу удара там, точность попадания и так далее. Леска, кстати, можно, знаешь, как прокачивать? Можно сразу, ты же была уже на этой платформе, где прокачиваешься за монетки? Нет, Нубик, я ничего Леска, не поняла. А, Леска, у тебя сколько сейчас монеток, кстати? У тебя должно показываться. 390. Леска, где прокачивать это, Леска? Если у тебя достаточно, то сразу иди на модельку, там тебе и нажимай внизу X3. Тогда у тебя прокачивается оно будет гораздо быстрее, в 3 раза больше. То есть один раз, один клик туда будет как 3, на 3 повышение уровня, ты поняла? А куда мне идти-то, на какую из них? Вот платформу, Леска, иди прокачивай. Сюда. Вот это? Да, платформа. И там внизу будет 3x, 10x, просто 1x, и выбирай 3x лучше, потому что у тебя монеты хватит, у тебя же их 300, это достаточно много, поэтому, Леска, да, чтобы, как это называется, спасибо, ты прокачивала быстрее. Конечно, оно стоит дороже, но зато ты не будешь каждый раз по одному разу тык-тык-тык вот так делать. Это даже согласна. Так, я сейчас посмотрю, насколько у меня прибавилась сила. Я куда-то вообще... Просто... Я сейчас хочу много монеток заработать, чтобы потом можно было так, прям... Так, опа, пинаю, не пойми, куда.
Любика, скажи, в реальной жизни ты вообще играла когда-нибудь в футбол? А в футбол я играла, и знаешь, какая моя любимая роль? Я на самом деле люблю одновременно стоять на воротах и быть тем, кто ведет мяч и там все такое. Потому что, знаешь, Леска, как-то когда ты бегаешь и одновременно мяч как-то у других пытаешься отнять, это тоже как-то весело. Ну, в то же время на воротах я еще люблю стоять, потому что, знаешь, такое чувство ожидания, ты ждешь и думаешь, как же человек ударит так, чтобы, не знаю, как можно так защитить ворота, чтобы не проиграть. Да, я поняла. Слушай, так, смотри, тут я тут ускорила немножечко свой бег, а то я совсем медленно ходила. Молодец, Леска. А я себе... Ну, я тоже бег себе ускорила. Оказывается, так можно было. Это даже очень эффективно. Да, я тоже много, кстати, играла в футбол во дворе. Кстати, друзья, пишите, кто любит, кто занимается футболом. По-моему, Нубик уже спрашивал, я просто не помню в конце. Да, Леска, вначале играли ли вы когда-то в футбол? Вот. И на самом деле, по мне так интересная игра, потому что ты много двигаешься, бегаешь, и какой-то появляется азарт, когда ты хочешь забить этот гол. На да? самом деле, это очень много энергии задает, потому что тебе одновременно надо и... Как и уследить, подожди. И свои ворота защитить, и чужие. Надо свои ворота защитить, тебе постоянно надо бегать. То есть, если ты не вратарь, вратарю, кстати, тоже тяжело, потому что ему надо смотреть, и ты не знаешь, куда человек... То есть, это зависит все от опыта, потому что ты не знаешь, куда человек... Точнее, траектория мяча полетит, но, возможно, если у тебя большой опыт, то ты можешь уже предсказать траекторию как бы своего мяча. Да, согласна. Но все же, Леска, это здесь... очень сложно. Где питомцы? Что... А? Питомцы. Питомцы? Угу. А. Питомцы нашла где? Чуть не пойму, как. Так, Леска, боже, тут нет питомцев, тут можно мечи выбивать, тут питомцы не надо, я же говорила тебе уже то, что мечи. Это вот этот сундук. Не то, чтобы за тобой будет летать мяч или ходить. Ты просто заменишь свой футбольный мяч на какой-то другой мяч. Он станет как-то сильнее. Поняла. И все такое. У меня сейчас... я жду свой мяч. Ты? Да, и чё? Мне что-то надо сделать? Так, я сказала, заработай 500 монеток. И открой вот эту штучку. Я сделала. Что сделала? Смотри, какой у меня красивый. Какой? Ой, это ты не видишь его. У меня красный, короче, нубик. А почему не я вижу? Я думала, мне... Ну, и потому что его почему-то не видно. А как ты узнал, что я не вижу его? Ну, потому что я даже его не вижу. А, потому что это, возможно, измеряется в силе. Короче, у меня красный, который 28 с чем-то процентов упадения шанс. Прикольно, Леска. Поздравляю. А у тебя какой? Спасибо. Я еще не делала, потому что я не хочу. О, ты че? Ну, мне не повезет, Леска. Ну, ладно, да, пробую. Слушай, а мы вот тут нубы, я смотрю, мы можем как-то прокачать свою баскетбольный, нубастость? Баскетбольный. Поздравляю. Спасибо. Так, и что мне надо сделать? Ой, сейчас скажу, что реберф. Я пока не могу сделать реберф. Так, сейчас я посмотрю вот сюда. А вот ты можешь себе сделать так, чтобы было видно. Я же себе сделала баскетбольный. Так, погоди, я, значит, посмотри, там есть рюкзачок с правой стороны. И там нажимаешь на мяч тут и эквип делаешь. Спасибо. Делаешь. Я, значит, его не применила. Потому и продолжаю бить. Потому что всегда надо применять. Кстати, в некоторых играх ты реально применяешь сам, а в некоторых ты просто... Ну, не сам. У-у-у. Я поняла. Автоматически и не автоматически. Да. А еще раз хотела сказать, мне очень нравится футбол, потому что иногда просто ты бегаешь прям и хочется у кого-то, конечно, ну, по правилам игры отобрать, там же правила... Мяч просто так вот ногой забрать. Да. Вот. И всегда хочется как-то мяч вот так вот забрать и... Увести у противника. Просто это прикольно, когда ты... Когда у тебя получается как бы забрать мяч у человека и вести его дальше, и потом попробовать забить. Еще такое чувство приятное, когда ты в итоге забил, и все такие, вау, такие. Да. Тем более, когда ты еще за команду играешь, то вся команда такая думает, ну йоу, вообще крутой, ну бас. Да. Это точно. Леска. Привет. Да, привет. Так, я сейчас хочу набрать еще 500 и попробовать поменять мяч. Или уже нужно не 500 набирать для следующего, больше? Для следующего чего? Мяча. А, нет, 500 также. Это просто, это же как с яйцами. Это же яйца, когда одно, один раз его как бы купил. Выбила, да, ты же, оно же не знает, что дороже. 499, так. Ты, возможно, путаешь с этим, как это называется, с прокачкой мяча, это другое немного. Да, возможно, кстати.
Так, давай, давай, пожалуйста. О, красный. Резко, кстати, красный. Он обычный, а в баскетболе он редкий. Кстати, да, а вижу, нет, номер. В баскетболе он не самый редкий. Теннисный самый редкий. Там. Подожди, теннисный. Это ж какой? Один. Так мне опять редбол выпал. Ребят, вы что, серьезно, что ли? Зачем я потратила 500 монет? А за то резко тебе... Упс. Во-первых, откуда ты знала, во-вторых, тебе дали несколько Упса. Таких кристалликов. Пупса. Да. Кристаллики мне дали, думаешь? Да, нет, у меня вот так 8 кристалликов и содержится. А, да? Угу, да, ну бесса. Так у тебя подарок ты забирай, Леска. Подарочек, да, кстати, реально. Нет, у меня еще минута, ну бей. Леска, просто нажми на подарок, там должны быть у тебя кристаллы. Нубик, ну я же уже забирала, у меня уже, это первые два подарка, у меня уже четвертый. У меня 10 кайф. Ну, ты чуть раньше, значит, уже в этом режиме, поэтому ты их видишь, у меня пока нет. У меня 44 секунды, короче, сейчас все будет. Так, давайте забиваем, 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 прокачиваем. Ой, резко вообще. Короче, какая-то странная штука произошла. Какая? У Бесса. Ну, вот этот мяч выпал повторно. А если я сейчас еще раз попробую пойти, прикинь, мне третий красный мяч будет вылететь. Леска, а что такое? Это же просто везение твое. Сколько у тебя прибавляется одного удара? А, сейчас. Ой, не туда, куда я. Посмотрю. А я не знаю, ладно, я не знаю. Непонятно? Да, не понимаю. В смысле? Ну, ты пинаешь, ты видишь на экранчике, сколько у тебя кик плюс. Леска, а ты встань, кстати, подальше от ворот и забей. Подальше от ворот, может, поближе? Подальше. Зачем тебе подальше? Больше дадут. Как это? Так я тогда не попаду, у меня не хватает длины ударов, у меня не докатывается. Леска, ты понимаешь, что тебе надо вот так вот внизу зажать и внизу сжать, пока 100 будет процентов не будет. Я поняла, о чем ты говоришь. Подожди, я не знала, сейчас я попробую. Я тоже недавно, кстати, узнала об этом. Ты можешь... Кстати, тебе спасибо. Чем дальше, тем больше дают. Кстати, Леска, у тебя сколько монеток? Спасибо. Ладно. Монеток почти 1000. Слушай, спасибо за совет. Я вообще просто сижу, как тыква какая-то, лепешка. Не понимаю просто, от чего зависит. Так, открываю треть. Красный третий, Нубик, ты понимаешь, это жесть. Ой, ну какая пупса жесть, понимаю, да. Друзья, Эврика, фантастика и все в этом роде. Ой. Бум. Ну, Беска. Что? Ну, Беска. Как твои дела? Хорошо. Леска, что выходные делаешь? Турнир. Unlock. Давай, где он? Вот же там. Это 4 камня. Где, куда? Есть? Нет, конечно, я все потратила на мечи, дурак. Леска, ты можешь, иди туда? Ты отойди прям подальше, иди за мной. Да-да-да, я сейчас сделаю, Нубик, я сейчас куплю только суперсилу, все, я бегу. Давай, Леска, пошли. Так, отойти прям вообще далеко, прям? Насколько далеко? Ну, пошли, пошли. И сделать главное на 100%. Вот так. Я, наверное, не забью столько. Вот, я забью. Спила. Леска, тебе еще надо покупать точность прицелом, чтобы была. Точность реально, слушай. Она, вот для чего она нужна, если ты издалека захочешь забить. Все. Сейчас будет Нубеса, подожди. У меня 14к уже, ладно, Леска, пока что стреляю, чтобы прям иди, много, много иди было. В тот мир, мне кажется, тебе нужно все-таки этот... А в тот мире что? Все. А тут что? Слушай, я тут напокупала всего сейчас, как пульну только от поворота. Тут еще можно что-то купить. Парк 3. И пам-пам-пам-пам. Так, зачем? Смотри, я становлюсь я прям в конце пуля. Леска, это просто другой мир, а тут вообще ворот нет. Зачем они мне нужны тогда? Без понятия, там нельзя прокачиваться? Там нельзя прокачиваться, там просто идешь в мир, покупаешь за более высокую цену, за более высокую цену, там разные локации, типа пустыня, там лес, правда, я тебе говорю, там даже нет ворот. Я думала, там хотя бы есть ворота, чтобы локация, понимаешь, местность менялась и так далее. А там ничего особо. Все, я поняла. Ну что, тогда в таком случае, друзья, я предлагаю на этом закончить. В футбол мы поиграли очень клево, я считаю, с Нубиком. Ну, вообще, вот. Да. Баскетбольным мячом-то пинаю, было тоже вообще достижение. И волейбольным тоже круто было. Но зато мы профи. Все, друзья, увидимся в следующем серии. Всем пока-пока. Пока-пока, друзья.